Итак, мы продолжаем. Представляю вам поединок в полусреднем весе до 77,1 килограмм. В синий угол октагона встречайте бойца, представляющего город Москва, Анатолий Бойко. Его соперник, боец, представляющий город Тюмень, Роман Мухаметшин. После этого поединка пройдет поединок весовой категории до 77 килограмм. Синий угол – Васильев Александр. Красный угол – Груздов Артем. Бойцы, готовимся. Дамы и господа, приветствуйте бойцов в синем углу. Боец из города Москва. Мастер спорта международного класса по панкратиону. Чемпион мира по панкратиону с профессиональным рекордом 5 боев, 4 победы, 1 поражение. Анатолий Бойко. Его соперник в красном углу представляет город Тюмень. Профессиональный рекорд 10 боев, 8 побед, 2 поражения. Приветствуйте, Роман Мухаметшин. Рефери Вячеслав Киселев. Итак, правила помним, нарушаем. Работаем 2 раунда по 5 минут. Напоминаю, что головой не бьем, локтем не бьем. В партере скручивание пятки запрещено. Руки пожали. По местам. Судьи, готов? Ой! Друзья, стартует поединок. У нас полуфинальный бой в весовой категории до 77 килограммов. Это путь в РСС, и в полуфинале встречаются Роман Мухаметшин. У него экипировка красного цвета. И Анатолий Бойко. У него экипировка синего цвета. Хорошо, не отдавайте. Сам первый. Хороших лоу-киков. Что интересно, оба довольно рослые спортсмены для этой весовой категории. Здесь ни у кого особого преимущества в плане длины рычагов не будет, в отличие от их поединков этапом ранее. В финалах были у них соперники пониже. И вот тут друг на друга попали Бойко и Мухаметшин. И вот пока что они в первом раунде особо этим не пользуются. Ну вот, длиннющий хайкик от Анатолия.
Метшин. Ну и у нас здесь, судя по всему, точнее, судя по четвертьфиналам, скорее, не по всему, встреча настоящего ударника и борца, потому что Анатолий Байков в четвертьфинале своем вообще не соглашался на партер с соперником, практически нисколько его не было, а вот Роман Сталешин это как раз в партере победил удушающим, если я не ошибаюсь, приемом, ну, в общем, с Сталешиным, поэтому сейчас, судя по всему, скорее Байков комфортнее, хотя Роман Сталешин показать. Снимает на блок и дуги. Но, если честно, есть у меня такое подозрение, что у Романа Мухамешина бэкграунд с тайском боксе. Я наверняка не знаю, к сожалению. Но, судя по экипировке и судя по манере работы, вполне себе на тайбоксера похож Роман Мухамешин. На все время раунд переводил за экватор. Не так много ударов, достаточно такой спокойный темп тренировки, никаких полноценных разменов не было, и сейчас Анатолий Байков и готов бой продолжать. Провести. Анатолий Байков привез себе, чуть было, привез себе в маунт Романа. Но вот сейчас Байко оказывается в партере снизу. Очень интересно, что он здесь покажет. Отсюда по голове. Что ли минута? Активней. Прибывает рапель к активности. Нужно бойцам ее показать, иначе их поднимут стойку. Закрывает гард Анатолий Байко. Затылок. Пока что просто вянут Анатолий Байков в партере снизу. Роман Мухамешин вот сейчас молодой смог включить подготовку раунда. Спустил его Байков, чуть не отдал на болевой Роман. Нужно ему быть внимательным. Концовка раунда, друзья. Заключительные 10 секунд. Пытается от себя просто отодвинуть в концовку соперника Анатолий. И мы слышим гонг, ждем второй раунд. Thank you.
сегодня у нас формат будет 2 раунда по 5 минут. Это заключительный раунд. Хорошо. Решили немножко порубиться от этой стойки спортсмена. Фактор увидели в прошлом раунде одиночество, всего очень много и очень долго. Хорошая вертушка. Конечно, найдите. У меня все равно создается впечатление, что в стойке оба себя очень комфортно чувствуют. Нет какого-то огромного преимущества у одного из спортсменов над другим, когда они в стойке. А вот в партере это, мне кажется, получше все-таки Роман Коммершин. Ну, я эти выводы основываю только на том, что я видел в первом раунде. И в глаз, получается, попал соперник Анатолий Байко. Сейчас есть определенное время для восстановления у Романа Мухамешина. До 5 минут. Видно, вот это все немножко. Потом такой. Садина на ней. Поморгался? Все, поморгался Роман Мухамешин. Готов продолжить. Ой! Анатолий Байко сразу пошел вперед. Пытался подхватить руку соперника Анатолий. Очень много контактов в середине первого раунда. Сейчас хороший бой у Анатолия Байко. Клинч у
10 секунд. Терпи, терпи. Пару ударов и гол. Победу единогласным решением судей одержал Роман Мухаметшин.